Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах и перспективных ICO проектах. Сегодня мы продолжим говорить о проекте Streamity и поговорим о ICO этого проекта. Сразу стоит сказать, что проект в течение pre-ICO собрал 2 миллиона 800 тысяч долларов США, что говорит о большом интересе среди инвесторов. Хардкап проекта составляет 20 миллионов долларов. ICO обещает быть очень успешным. Давайте посмотрим на токены, на информацию о монетах проекта Streamity. Streamity собирает средства на запуск DApp Stream Desk, peer-to-peer площадки обмена криптовалют. Также в планах Streamity разработка информационно-аналитического образовательного инвестиционного ресурса Streamity.org. Ключевым элементом экосистемы Streamity является Streamity токен STM, который представляет собой внутреннюю валюту проекта. Это значит, что оплата всех сервисов проекта предполагается с использованием исключительно в токенах STM. Тип токена STM, он будет выпущен на платформе Ethereum, используя стандарт ERC-20. Количество STM токенов строго лимитировано и составляет 180 миллионов токенов. В дальнейшем STM не будут генерироваться. Когда данное количество токенов будет собрано, краудсейл будет считаться завершенным и последующие фазы сбора будут остановлены. Стоимость одного токена установлена на уровне 20 центов доллара США. Токены будут распространены пропорционально суммы, внесенные инвесторам в ходе краудсейла с учетом полагающейся им премии. Для оплаты принимаются валюты биткоин, лайткоин, эфириум, эфириум классик, а также фиатные средства USD и евро. Так. Сейчас идет вторая фаза токен сейла. Вторая фаза токен сейла начнется 16 апреля 2018 года и продлится до 29 апреля 2018 года. Минимальная сумма для запуска проекта составляет в токенах STM 25 миллионов токенов. Принимаются валюты биткоин, лайткоин, эфириум, эфириум классик, а также фиатные валюты USD и евро. Стоимость одного токена STM составляет 20 центов доллара США без учета бонусов. Бонус, доступный в период второй фазы токен сейла, составляет 10%. Также есть информация о распределении токенов и о распределении средств. Вся эта информация предоставлена на сайте. Здесь также вы сможете познакомиться с дорожной картой и командой этого проекта. На мой взгляд, перспективная ICO, стоит обратить на него внимание, предварительно изучив. Ссылки на белую книгу, сайт и коммуникационные ресурсы вы сможете найти в описании к видео. Также на сайте есть представлена команда разработчиков. Им всем можно задать вопросы и получить на них необходимые ответы. Пожалуйста, обратите внимание на проект Streamity. На мой взгляд, перспективное ICO, хороший продукт, который на сегодняшний день востребован на рынке. Спасибо за просмотр моего видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока.